У палаці Румянцевих і Паскевішев відкрилася вистава «Вікторіянський книжний салон». Тут представлені 100 творів англійських авторів у оригінальних виданнях 19-го століття. Неколі усі вони уваходили у княжецьку бібліотеку Паскевішев. Вікторіянська епоха – час правління королеви Вікторії. Період у історії Великобританії, який протягувався з 1837 по 1901 роки. Це час бурного промислового розвиття, імкливих змінень у політиці і соціальній укладе, которые тягнули за собой непозбежные перемены у светопогляде людей. Литература адлюстровала все суперечности того часу. З'являлися новые литературные жанры. Незвычайную популярность отримал так званый социальный роман с ярко выявленной повучальной складаючей. У викторианскую эпоху дитячая литература впершиню оформляется как одособленный накерунок. Выходят такие ведомые творы, как «Алиса в Украине Цудов» и «Остров Скарбов». До того же, именно у этой пиры бачили свет детективные оповедания про Шерлока Холмса и мистичные творы про привидов. Активно развивается гумористичная проза и поэзия. Дякуючи росту письменности насельництва, у викторианскую эпоху вся эта разностайная литературная продукция находит удячных читачов. Организаторы выставы сподяются, что представленные каштовные выдания будут цікавые и сегодняшним поколениям. Здесь можно увидеть книги прославленных авторов, таких как Оскар Уайльд, Ридьярд Киплинг, Джером Клавка Джером. Также расширить свое представление о том, кто же все-таки писал и какие произведения писались в викторианскую эпоху. Возможно, некоторые фамилии авторов менее известны у нас, но, тем не менее, они жили и творили в очень интересную эпоху, и поэтому их произведения, думаю, привлекут внимание и наших посетителей.